Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето Бла-Бла Фьюзинг Канна. Добро пожаловать на сегодняшний мой кето-обед, который получился вполне себе строгим, то есть годным для первых месяцев нахождения на кето-питании и вообще входя в кетоз. Что у меня сегодня получилось? У меня сегодня капустно-помидорный салат. Здесь всего 90 грамм помидор и буквально 50 грамм пекинской капусты. Конечно же, все это, опять же, с учетом строгого кето, в пределах, рамках, вернее, вашего КБЖУ, то есть ваших калорий, которые вы в день потребляете, и, соответственно, пропорции строгого кето. Но в мои 1900 килокалорий и 50 грамм, конечно же, это вообще легко вписается, именно потому я и говорю, что это как бы заниженное. То есть я могла бы съесть гораздо больше углеводов. Но у меня их просто сегодня как бы, ну, в общем, короче, так получилось, короче. Меньше углеводов, ничего, ничуть не хуже, просто это дело настроения в моем случае. Еще сегодня у меня основное белки и жиры – это два яйца вареных с майонезом. И я сегодня приготовила, достала из морозилки замечательную карасевую икру. И я ее приготовила прямо в микроволновке. Причем вот эта вторая половина, которая пойдет на ужин. Причем что здесь именно прикольно? Дело в том, что здесь как она выглядит как такой омлет, как бы такой, причем сочненький, не сухой, как можно его было бы, если бы я просто карасевую икру пожарила, да, на сковородке, например. Она получается суховатая. А здесь нет никаких яиц, я просто размешала один к одному, вот, допустим, 250 грамм карасевой икры и столько же, допустим, стакан воды. Обычный холодный, ну, соль, специи, конечно же. И в таком виде вот в высокой чашке поставила это все в микроволновку. И когда минут, наверное, на 10-12, почти на максимуме. И когда я это все достала, она образовала вот такой прямо вот, я бы сказала, омлет. Я думала, что он даже как омлет опадет. Нифига, в общем, вот такое вот плотненькая такая штука. Очень попробовала, очень вкусно, особенно со специями для рыбы. Вообще замечательно. И вот с яйцами и майонезом я это сейчас счастливо все вот это и съем. Ну, а на десерт догонюсь еще 25 граммами жареного арахиса. Так, вот сейчас опять витамины надо положить срочно, пока я не забыла. Витамины у меня там, значит, омега-3 – это мое железо, которое у меня лично идет, пищевая добавка с железом. Там, кстати, не только железо, там всего дофига. Это идет как именно как пищевая добавка, а не чисто препарат железный. Вот, ну и гексавит тоже. Сейчас магний у меня идет в обязательном порядке, но это на ночь, часов 10 вечера перед сном. Ну а вот такой вот калий и цинк, который у меня имеется в наличии, я пока сейчас не употребляю, потому что вот у меня идет вот эта вот пищевая добавка с железом, и там еще всего-всего-всего, короче, в том числе и калий, и кальций, и цинк, и все дела, короче. Не хочу это все смешивать, ем, как говорится, по очереди. Вот такой сегодня у меня обед получился. Кето рулит, магия вечна. Всем привет, пока-пока, огромное спасибо. Ставим лайки, пишем вопросы, делимся моими видео. Всем привет, пока-пока.